Здравствуйте, уважаемые коллеги, здравствуйте, уважаемые зрители. Ни для кого не секрет, что создание новых технологий, новых решений, новых продуктов это всегда рискованно, их создавать рискованно в одиночку. Ну а со временем так получается, что любой даже творческий коллектив начинают одолевать корпоративные болезни, такие как текучка, бюрократия, интриги, формальные взаимоотношения и погоня за личными ценностями. В поиске решений я изучила работу 50 творческих коллективов и пришла к важному выводу. Главную ошибку, которую совершают руководители, менеджеры, они хотят оздоровить культуру при помощи одного приема. Ну, например, повесить мотивирующий плакат, или свозить всех на тимбилдинг, ну или устроить корпоратив. На самом же деле для создания творческой атмосферы сам этот процесс – это сложная задача, в которую выгодно вкладывать, так как постоянные изменения, они все равно будут мешать выстраивать идеальный процесс, а культура, она держит уровень достижений. Поэтому задача создать не лучшего сотрудника, не лучшего человека, а создать лучшую среду. Как это сделать? Обычно руководитель задумывается над этим, когда начинаются какие-то проблемы. Я же предлагаю планировать действия по созданию творческой среды с помощью алгоритма, который состоит из 6 шагов. Мой алгоритм применим к творческим коллективам. Я же предлагаю коллегам и зрителям новую интересную исследовательскую тему создания творческой среды, творческого климата в масштабах города или в масштабах страны, что нам очень нужно. Итак, шаг первый. Составить цепочку действий сотрудника или участника коллектива, используя цепочку действий клиента Игоря Леонардовича Викентьева. То есть какие действия от того, ну, какие действия совершает сотрудник, то есть нам нужно встать на позицию сотрудника, участника коллектива, например, в первый рабочий день. В типовой рабочий день, цепочка роста участников в коллективе до момента выхода из проекта или из увольнения из компании. Определить, что мешает сотруднику физически или психологически, например, какие у него есть на каждом этом действии, какие у него будут беспокойства, страхи, какие могут возникнуть опасения. Например, в первые рабочие дни обычно сотрудник стесняется у кого-то спросить, подойти что-то, что ему непонятно. Для этого в творческих коллективах часто назначают сотрудника или коллегу, участника, его еще называют бадди. Это человек, который будет отвечать на вопросы и будет помогать вам вливаться, да, в коллектив. Это, как правило, не наставник, а это приятель. Да, в переводе, как правило, человек в коллективе тоже новый, который уже успел влиться, он подскажет, да, что и как правильно делать. Также другой пример. Часто в... Например, новый участник может стесняться, может не знать, какой проект выбрать. Да? И для этого в компании Valve, ведет списки текущих проектов. То есть, например, к любому проекту новый участник может присоединиться. Ну а если ему сложно выбрать из тех проектов, которые уже существуют, компания Valve подготовила специально чек-лист вопросов, ответив на которые, участник точно сможет определиться, в каком проекте он окажется более полезен. По итогу первого шага у нас должны быть в сухом остатке прописаны действия сотрудника и барьеры. Переходим к шагу второму. На шаге втором нам важно определить ресурсы. То есть нам нужно понять, чем, в чем мы ограничены и что у нас в избытке. Как это сделать? Для удобства я разделила все ресурсы, то есть узкие и широкие места нам важно выявить, все ресурсы на 8 блоков.
которые помогут в организации творческой среды. И заготовила для этих блоков специальные вопросы, чтобы эти ресурсы можно было легко выявить. Возьмем самый понятный пример в блоке «Рабочее место. Интерьер». Например, мы арендуем помещение, и у нас там, где встречается творческий коллектив, там, где он работает, взаимодействует, у нас нет возможности вносить изменения в интерьер. Это будет нашим ограничением. Но при этом у нас, например, может быть доступ к местам, компаниям, где работают профессионалы. Это будет нашим ресурсом. Это пример из моей практики работы с творческим коллективом детей. Другой пример здесь же из блока «Деятельность». В команде разработчиков компании Booking.com есть регулярная рассылка задач от команд, которые столкнулись с проблемами при реализации своего проекта. И они, натолкнувшись на проблемы, да, рассылают коллегам всем, чтобы эти проблемы стали новыми проектами. То есть нерешенные проблемы участников могут стать ресурсом для новых проектов. То есть какие-то барьеры мы снимем за счет ресурсов, которые у нас в избытке. Для этого нам нужно обратиться к шагу 3. Шаг 3. Выбор инструментов. В настоящее время база инструментов моя содержит порядка 80 способов создания творческой атмосферы, творческого климата. И она также разделена для удобства на те же самые 8 блоков. Приведу несколько примеров. Начну с самого простого, уже понятного, с интерьера. Допустим, мы можем вносить изменения в интерьер. Согласно собранным примерам, для работы творческих коллективов важна сколько не шикарная обстановка, а функциональная. Например, такая небольшая деталь, то есть функциональная обстановка, там даже стены служат делу. Например, такая небольшая деталь, как столы с колесами, позволяют быстро сделать перестановку рабочих мест и соединиться по проектам. Предлагаю новую тему коллегам или зрителям – создание функциональных пространств для работы творческого коллектива с минимальным бюджетом. Еще один пример по шагу 3 из блока ценности. Этот способ я назвала так – иерархия сотрудников по профессиональному критерию. В обычных коллективах мы встречаем иерархию по должностям, по полномочиям. То есть карьерный рост идет по должностям. В творческих коллективах, командах карьерный рост – это мотивация не стать выше по должности. Часто в творческих коллективах и должностей-то нет. А, внимание, стать специалистом мирового класса в узкой области. Правда, отсутствие иерархии может создать проблемы вне коллектива, когда у вас друзья и родственники спрашивают вашу должность, да, и приходится придумывать, выдумывать должности, чтобы вас воспринимали всерьез. Приведу еще один пример из блока «Деятельность». Способ называется так. Возможность выбора методов работы и путей решения задачи или проблемы. То есть, когда вам поручена задача, как участнику коллектива творческого, но способы вы можете выбирать сами. Она встречается, вот этот способ встречается практически во всех изученных мною коллективах. Для того, чтобы этот способ реализовать, нужна обширная база инструментов, технологий, методик, которыми должны владеть участники коллектива. Для этого организован обмен знаниями по горизонтали, например, на еженедельных встречах, когда участники обмениваются в еженедельном порядке лучшими практиками, своими находками, какими-то новыми технологиями, обмениваются провальными или, наоборот, успешными проектами, какими-то экспериментами. Приведу еще один пример из блока ценности по шагу 3. Этот способ называется... Способ звучит так. Возможность исправить ошибку коллеги. Вообще ошибки – это часть культуры инноваций, поэтому в здоровых творческих коллективах исправить ошибку коллеги – это норма. Например, в командах разработчиков Google открыто публикуются разработки, и вы так или иначе, работая над своим проектом, соприкасаетесь с проектом других участников.
вы можете обнаружить ошибку коллеги и отправить ему информацию об этой ошибке и способы решения этой проблемы. Человек, который получает информацию об ошибке в проекте, которым он допустил, он может утвердить, да, это пойдет вам в репутацию, и точно так же вот тот человек, которого вы исправили, он будет вам благодарен, потому что любая ошибка может повлиять на результаты работы в целом. Да, поэтому коллеги благодарны за указания на ошибки. Маленькое добавление. Когда мы только начали в 2011 году проект, соответственно, в Фейсбуке неоднократно... Вы сейчас не пейте, сейчас будет хорошо, да? В Фейсбуке и ВКонтакте, то есть я находил какие-то сообщества, которые как бы обсуждают гениальность и делают такие посты. Вот тут обсуждаете гениальность, значит, соответственно, а вот, пожалуйста, 70 случаев на ваш, как бы... Значит, кейс, да, как бы, да, опыт показал, что ничего, кроме истерик модераторов, это не вызывает. Пожалуйста. Еще один пример приведу, последний, из блока окружения. Инструмент называется «Вливание новых участников». Некоторые инструменты, кстати, в базе следует использовать именно на этапе застоя коллектива. В обычных коллективах постоянная иерархия приводит к тому, что люди начинают приспосабливаться и уже начинают служить собственным потребностям, а не потребностям проекта, не потребностям дела. В творческих коллективах атмосферу как раз оздоравливает ротация участников. Например, Тур Хейрдал после первой своей экспедиции на вторую взял тот же состав, очень об этом пожалел, поскольку в первом составе они отлично сработались, но во втором составе начались, люди перестали стесняться друг друга, и начались очень серьезные проблемы. Поэтому даже лучшие команды, которые сработались, да, на другие, на более сложные проекты следует делить. Получится две лучшие команды плюс новые участники. Если наши ресурсы, кстати, в этом ограничены, мы не можем новых коллективов людей добавлять, то мы можем выбрать другой инструмент и изменить людей в команде, поделить их по проектам, да, ротировать, либо поменять функцию участника. Шаг четвертый. Когда инструменты выбраны, нам нужно позаботиться о том, как это все организовать. Я подготовила специальный чек-лист организатора творческой среды. Он есть у вас в раздаточных материалах, состоит он из 6 шагов. Шаг пятый. Конечно же, нам нужно внести изменения в правила, в программу. И шаг шестой, очень важный. Нам нужно проверить, не подменяется ли интеллектуальный фон эмоциональным. Часто на креативных тусовках можно встретить людей, которые, как говорит Игорь Леонардович, бухают от атмосферы. Вот. Поэтому, чтобы отсеять таких запойных, есть проверочный вопрос. Как выбранный вами инструмент помогает развиваться сотруднику или проекту? Понятно, что шестой шаг – это какой-то более длительный. Да? Нам нужно, когда мы инструменты выберем, мы их внедрим, нам нужно будет посмотреть. Да. Вот, как поэзия 16 века позволяет вам развиваться в 2018 году? Подождите. Пожалуйста. Итак, выводы. Создание творческой среды – это средство, а не цель. Для создания результативного коллектива творческой среды недостаточно. И если климат в коллективе целенаправленно не создавать, он сформируется, но, скорее всего, уже не творческий. Ну, о последствиях корпоративных болезней вы знаете. Поэтому я рекомендую планировать действия по созданию творческой атмосферы, воспользовавшись алгоритмом. И важное предупреждение – не все смогут работать в творческой атмосфере, многим подходят более традиционные культуры, а руководителю, конечно, это уже следующий этап исследования, следует уметь менять модели культуры организации под контекст, под задачу. Например, в кризисных ситуациях навряд ли нужна творческая атмосфера, она вообще может быть даже вредна. Я не рассказала о том, как необходимо набрать участников творческий коллектив. Здесь только скажу, что правильно созданная здоровая атмосфера, она людей с социальными патологиями выталкивает. На этом у меня почти все. Благодарю Игоря Леонардовича Викентьева за помощь в усилении работы и консультации. И коллег за вычетку и ценные рекомендации. Хорошо. Готова ответить на ваши вопросы. Да, спасибо. Значит, очень важное дополнение. Сейчас, может быть, даже работаю больше на камеру, чем на вот, присутствующих. Очень важный момент. Людмила Ивановна рассказывала о каких-то здоровых людях, которые могут объединиться, что-то хорошее сделать. У нас висит тема неисследованная, тема страшная. Дело в том, что проблема лжи, самообмана,
обмана и блефа в европейскую культуру не исследовано. Безумное количество людей, как бы, которые пытаются всячески изображать деятельность. Вот при этом как бы, то, что оно губит свою жизнь, ну почти буквально, там, вот, детей, студентов, аспирантов, это вообще значения просто не имеет. Да? Тема страшная, кто возьмется, будет побит, но интеллектуальный кайф и подарок вам гарантирован. То есть, конечно. Пожалуйста, вопросы.